Яви. 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 Яви.
модуль электросцепления. Когда я приехала, ты сказал ничего серьезного. Я специально уточнила. Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокая кочевница крутится у границы. Окей. Отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Ладно, проверим, что получилось. Я что тебе говорил? Нет. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уже что-нибудь придумаю. Ну да. Мы что, весь день так будем стоять? Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиент. Она тут пару часов как. Я думал, она к тебе заезжала. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехала, выпить с ним чашечку кофе. Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышала, наверное? Да нет, не случалось. В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сёгунов? Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Починю машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда, нечего. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? То есть вы тоже верите всему, что говорят по телеку? Типа кочевники — главное зло этого мира? Нет. Просто я уважаю закон. Корпорации навели здесь порядок. И я не хочу, чтобы его нарушали. То есть корпораты вам платят, а вы у них как пес на цепи? Ага. Если не ответишь на мой вопрос, увидишь бешеного пса. Говори, где твой клан? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь одна. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собиралась тут поселиться навсегда? Я по дороге видела передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Вы прямо гордитесь сейчас собой, да? Я что-то не понял.
Ты сейчас о чем, бродяга? Да так, ни о чем. А, ну вот и хорошо. Охуеть, воспитание! Почему? Почему, блядь? Привет. Прием.
Прием! А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой, рада тебя слышать. Не могу разделить твои радости. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. Опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут связи никакой. Окей. Скажи мне, ты вовремя приехала на место встречи? Ну да, конечно. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Такс. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Да, есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. О, спасибо, Вилли, я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Thank you.
Наконец-то. Я уж думал фермером заделаться. Надеюсь, ты меня ищешь? Видимо, да. А ты? Я-то Джеки Уэллс. Ви, тебе кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция или вежливость. Ну ладно, с тебя и начнем. Я родился в Найт-Сити. Такой вот всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не была в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Можно сказать, что я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я понятия не имею. Ты не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот, эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать, а в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Думаю, тут нужна машина. Погоди, я свою рядом поставила. Только не говори, что пешком до сюда тащилась. Ладно, ладно. Только быстрей. Мистер Стад, all night, every night. Don't be soft. Upgrade now. Ты тачку-то пригонишь? Без нее никак. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я понятия не имею. Ты не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот. И ты уверен, что груз... Вопрос не в том, будут ли... Ну, машина готова. Осталось только погрузить. Эрмосура! А в отдельных случаях даже смерть.
в ответ на активизацию банка. Я уж думал, ты не приедешь. Меня задержали, а потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостно мудила. Да уж. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? Документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, подруга, мы оба профессионала. Мы что, заблудились? Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Что опять? Говорить буду я. Отправьте машину на контрольную полосу. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. О, тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Вот сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада мадре. Что теперь? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой?
Да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Если есть оружие, положите его сюда. А ты тут откуда взялась? Зайдите в комнату номер 2. Осторожно! Садитесь. Бумаги. Все в порядке? Может быть. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть. Прямо все? Вот еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело и не слишком умно. Честное слово, смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити — это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них в голове еще нет. Ну как все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Ну говори уже, чего там у вас было? Мне кажется, это все плохо кончится. И часто тебе так кажется? Не особо. Думаешь, будут неприятности? Езжай, Джеки, просто езжай. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину! Черт!
надо выдыхать. Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою мать! Чуть за жопу не взяли! Перевезли груз, называется! Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем! Если ты считаешь, что это моя вина, так и скажи! Пока не знаю. А что, твоя? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий! Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Границу мы пересекли. Заплати мне, и каждый пойдет своей дорогой. Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Ты меня обманул. Ну да. Прости, что так грубо нарушил кодекс чести контрабандистов. Так что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твою мать. Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамец! Игуана! С малых антильских, наверное. Как думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарница. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Откуда ж мне знать? Последние годы я провела в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться. Навсегда. Должно быть тяжко, когда не к кому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, это приятно. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще, напарница. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь.
и тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай, хуже не будет. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля! Пошла, пошла, пошла! Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике жизни. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие! Подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Эй, нам раны не нужны.
Если готова, иди в тренировочную зону. О, смотри, он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать. На платформу и пойдем дальше. Ви, хватит играть в милитеховского тормоза. Вперед! Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Что ж, в этом модуле объясняется, как применять технически. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Давай, ты сможешь. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Соберись, Ви. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. Спокойно, попробуй еще раз. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника.
аппараты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Нет, нет, нет. Давай сначала. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. Соберись, Ви. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Нет, нет, нет. Давай сначала. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. Спокойно, попробуй еще раз. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы... охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блин. Хорошо. Теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. Соберись, Ви. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его.
В нашем деле главное — не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи. Погнали. Взрывай гранат. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Ну что ж, мудрый командир при... Отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Ты приглашение ждешь? Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Я готова. Лифт. Пошли.
Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Опоздали. Ви, глянь, это она. Наша цель. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не дергайся, а то нас увидят. Кто на меня?